Его очень удобно брать с собой в дорогу. Вот именно этот вот шампунь, он удобен для дороги и для всего. Далее, кондиционер, сыворотка для глубокого восстановления волос с маслом амлы. Восстанавливает, укрепляет материю волос по всей длине, активно питает корни волос, придает насыщенный блеск. Да, это правда, все это есть в этом шампуне, код 200 мл, в этом бальзаме, код 200 мл, 89,69. Когда он со скидкой, я беру по несколько штук, да, вот там вот вы видите сейчас вдали стоит еще три их. Да, почему я их беру? И часто пользуется моя дочка. У дочки волосы по попу, волосы густые, хорошие. И вы знаете, быстро кончается из-за дочки. Мгновенно просто. У меня волосики потоньше, а у нее объемная такая густая шевелюра, рыженькая, красивенькая. Да, и она, конечно, быстро у нее уходят вот эти вот все бальзамы. Бальзам блеск и шелковистость, это, конечно, моя дочка его выбирает. Именно ей он всегда и заказывается. Она любит, чтобы волосики блестели. Да, он придает блеск, облегчает расчесывание. Но если она, конечно, сушит волосы феном, то тут уже идет черненький спрей. Мы им пользуемся. Далее, моя дочка, раз уж разговор зашел о ней, имеет переходный возраст, 15 лет, прыщики туда-сюда, 5-10, не очень-то все красиво у нас, да. Поэтому мы используем корректор точечного воздействия. Обратите внимание, он идет и, как вам сказать, и маскирует, да, видите, идет как этот... и маскирует корректор, и сразу же заживляет. Масло мануки во много раз сильнее, чем масло чайного дерева. Также этот тональный крем, гель-корректор, извините, содержит салициловую кислоту. Да, то есть реально он быстро, эффективно уменьшает, да, то есть она пошла в школу куда-то, в танцевальный, она нанесла точечно, пудрой припудрила, чтобы он не сплыл, и намного лучше себя чувствует в кругу друзей, подруг. Далее хочется сказать, что это практически лечебный крем Ultra Clean Green. Он на самом деле просто замечательная вещь, так забыла сказать, 15 мл. И код остался на упаковочке, скорее всего, не могу тут код найти. Вот 0883, вот Витя. Чем хорош этот крем? Да, это крем актив для лица, он идет 6 в одном, для смешанной жирной проблемной кожи. Нормализует функцию сальных желез, успокаивает раздраженную кожу, снимает покраснения, выравнивает цвет кожи, матирует мгновенно и на целый день увлажняет кожу. Масло мануки содержит и содержит депантенол. Да? То есть ребенок умылся, нанес этот крем и замазал покраснение средством салициловой кислоты. Да? То есть работает гель-скраб-маска глубокого очищения у нас всегда, работает сверху крем после очищения. Тут еще у нас тоник. Тоник, к сожалению, у нас прибежали вчера подружки, быстро разобрали. Да? То есть тут еще тоник был этой же серии. И дальше идет маскировка и припудриванием. У нас идет пудра, которая имеет антибактериальный эффект. Она там идет, можно ее наносить влажным, сухим способом. Ее недавно дарили, извините, забыла название, да, то есть у нее полный арсенал, личико мы бережем. Вот, код у этого средства у нас с вами идет, она уйдет 50 мл, вот я нашла, а код 0879. Вещь хорошая, вещь классная, для подростка незаменимая, почти каждый каталог заказываемая, да, то есть наносить его надо утром и вечером. Гель-скраб-маска для проблемной кожи. Тут хочется сказать, что если есть воспаление на лице, то ни в коем случае нельзя использовать это средство как скраб. Иначе воспаление разнесутся по лицу и будет эффект намного хуже, чем был до этого. То есть, если у ребенка есть воспаление, у подростка есть воспаление на лице, то нужно обязательно его использовать как маску. Да, то есть вы, когда его будете использовать как маску, а у ребенка проблем не будет. Будет предотвращать появление, да, а это дело будет заживлять уже появившиеся
появившиеся, да, то есть когда маска вытягивает все каки-бяки из кожи, то обязательно нужно нанести крем, да, потому что поры открыты. У подростков много черных точек бывает, ну, в частности, как вот у моей, да. Вот, подростки из этого комплексуют, поэтому я на этой серии остановилась подробнее. Вещь на самом деле хорошо работает. Везде входит в состав пантенол, салициловая кислота, масло маноки, которое в 33 раза лучше, чем сильнее действует, чем масло чайного дерева. Поэтому пользуйтесь этой серией, покупайте себе, подросткам, у кого какие есть проблемки. Замечательная просто вещь. Далее мыло для рук Юнес Мантус. Вот я его заказала, 3 штучки. Это тоже нам, ну, в принципе, мыльце симпатичное, хорошее. Вы знаете, запах такой свежести, нейтральный. Код 8524. Оно ручки не сушит. Чем оно мне нравится? Тем, что оно удобно, оно идет вот с этим вот с носиком, 200 миллилитров оно идет, пахнет вкусно, да, то есть, ну, вообще никаких претензий нету. Далее, еще один у нас, так сказать, рыльно-мыльный предмет для самого главного человека в семье, для дочки, которой скоро исполняется 3 годика. Я и заказываю 0+, потому что гель для купания от макушек до пяток для детей не щиплет глазки, и мне это и надо, чтобы мой ребенок спокойно купался, не кричал, не верещал. Я заказала 5 штук. Вот видите, 1, 2, 3, 4. И вот это 5-е. Вот там, значит, вдалеке стоят они. Почему 5? Потому что то же самое. Жара, песок, песочницы. Все время по колено грязь, за ушами грязь, в волосах песок. В общем, началось лето, дорогие мамочки. Поэтому запаслась я побольше. Скорее всего, еще раз придется потом заказывать.